Традиции празднования Дня знаний, заложенные в прежние годы, живы и поныне. 1 сентября – это, как бывает обычно, торжественная линейка, букеты учителям, напутствие ученикам, первый школьный звонок с помощью колокольчика, в который звонит первоклассница. Громкими аплодисментами приветствовали собравшиеся на линейке во дворе первого лицея самых маленьких школьников. Если для первоклассников линейка проходит в первый раз, то для выпускников 11 классов, да и некоторых девятиклассников, первый звонок звучал в последний раз. Все это повторяется из года в год, и вместе с тем это неповторимо искренностью чувств и волнением учеников, их родителей, учителей, всех участников этого ни с чем не сравнимого праздника. Директор лицея Любовь Белик нашла теплые сердечные слова и для самых юных учащихся, и для будущих выпускников. У нас с вами начинается новый учебный год. Мы входим в этот учебный год со стабильно высокими результатами. Спасибо за этому педагогическому коллективу. Спасибо за это родителям, потому что инфраструктура школы в основном в большей степени зависит от вас. Спасибо учителям-предметникам. Спасибо за то, что мы с вами живем в стабильно организованном образовательном пространстве. Я хочу слова благодарности сказать в адрес администрации школы за проведенные ремонты. Я хочу сказать слова благодарности в адрес управления образования за ту поддержку, которую оно оказывает руководство школы. Я хочу сказать о том, что мы с вами живем в счастливом мире. У нас светит солнце, у нас дети идут в школу. Это особенный светлый праздник, потому что именно школа дает всем жизненный старт. Именно за школьной партой юный искатель знаний постигает мир и людей, которые его окружают в жизни. Старшеклассники напутствовали стихами самых юных учеников. Теперь же позвольте нам обратиться к тем, кто лишь начинает учиться. Вас, первоклассники, мы поздравляем. Отличных успехов в учебе желаем. Желаем найти вам побольше друзей и провести много радостных дней. Дружите со школой, с учителями, и скоро вы станете выпускниками! Ну и первоклассники нашли, что сказать, и держались вполне уверенно, ведь они будущее лицея. Кто сказал, что есть вопросы непосильные для нас? Не случайно в эту осень мы приходим в первый класс. Мы, идя на этот праздник, знали, этот праздник наш, ведь сегодня первоклассник самый главный персонаж. Затем все провожали главных героев торжества в школьные классы. Шары, выпущенные в небо, символизировали загаданные и сбывающиеся желания. Вот они, наши красивые первоклассники. Сейчас они пройдут по нашему коридору. Желание загадали, ребятки? Молодцы, выпускайте шарик. Пусть летит ваше желание вверх и обязательно сбудется. Учащиеся пришли на первый в своей жизни урок, классный час, посвященный году науки и технологий. И самая главная наука для первоклассников, пожалуй, наука человеческих отношений, дружелюбия и взаимопонимания. Вы собрались на первый школьный урок, чтобы познакомиться со своей школой, со мной, вашей первой учительницей, и узнать своих одноклассников. Кто помнит, как меня зовут? Людмила Савичина! Спасибо, что не забыли. Посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг. Это все ваши одноклассники. А кто знает, сколько нас? Сколько нас в первом классе? 32 человека. Какие молодцы! Улыбнитесь своему соседу по парте. В первом лицее, одном из лидеров кубанского образования, сохраняется высокий его уровень. И, конечно же, эти добрые традиции будут продолжены теми, кто только что перешагнул школьный порог. Для этого созданы все условия, и для этого работает дружный и квалифицированный коллектив. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».